вы в курсе, что вы другое государство звоните? Ну да. Но это же компания та же? Нет. Вы можете контакты дать этой фирмы? Так ее нет, она не существует, деятельность не ведет. А кто должен отвечать за поломанную крышу? Ну, вы интересно, вот позвоните в Америку, спросите, кто должен отвечать за госпереворот на Украине? Никто.